Приветствую, друзья! Сегодня у нас очередная посылочка с Китая. Давайте посмотрим, что же там пришло. Он так хорошо запакован. Так, больше ничего. Так, это у нас настольные часы. Так, давайте посмотрим, что же пришло внутри. Какая у нас комплектация. USB кабель. Вот. Наверное, питание. Инструкция на китайском все. Нет, есть на английском, да. Есть на английском. Ну и все. Вот это все. Так. Вот самые часы. Такие не маленькие. Давайте посмотрим, какие размеры. Вот. 15 на 7. Сюда они маленькие. Ну, 4 это уже не так важно. Так, давайте мы его подключим к питанию. К пауэрбанку. Питание. Вот так не до конца входит. И в пауэрбанк. Вау. Что-то на камере совсем не зеленый цвет. Камера не передает, но это такой приятный зеленый цвет. Не знаю, вот не видно на камере, что это зеленый цвет. Так, здесь у нас еще есть питание на батарейке типа 3А, 4 штуки, либо вот от USB. Три кнопки Set, Up, Down для настройки. Нужно зажать кнопку Set. И далее вот этими up down уже настраивать. Вот сейчас 16, и можно выбрать по 49, то есть данные часы проработают у нас до 49 года. Так, далее нажимаем еще раз set. Это уже у нас месяц, 10 месяц, еще раз число, какое число, число 3, еще раз это формат времени, 24 или 12, еще раз само время, 14, ну, добро, 14:58. Это будильники. Второй будильник. Третий. Можно также единицы измерения температуры установить. Еще раз нажимаем на set. Вот уже часы настроены. Еще раз нажимаем и смотрим на дату. Вот, собственно, мы настроили наши часы. Также есть функция неразбережения. То есть, вот, например, она сейчас включена. Спокойно в комнате, ничего не происходит, тишина. Но от звука он вот показывает, который час. Очень удобно, особенно когда работает от батареек. Ну вот, в принципе, на этом и все, что можно сказать по этому товару.
Ссылочку оставлю в описании на эти часы. Также не забываем про возможность купить их со скидкой с AliExpress. Как это сделать, также оставлю ссылочку на это видео под этим видео. Ну и всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока, до следующего видео.